Всем привет! А я иду к Тимошке в садик. Сегодня будет у них праздник, посвященный 8 марта. И на улице ветерок такой прохладный, что называется. Хоть и светит слабо солнышко, но ветер очень холодный. Несмотря на то, что весна, но холодно. Так, ладно, я уже почти пришла. Сейчас вот в ту беленькую дверь зайду. Сейчас, наверное, в группу к нему поднимусь. Там, наверное, куртку оставить. А потом уже спустимся в этот музыкальный зал. Надеюсь, здесь открыто с этой стороны. Это как бы не центральный вход. Открыто. Все сказали, идти в музыкальный зал. Идем. Занавески красивые. Здесь такой вот аквариум с рыбками. Праздник радостный, светлый и нежный, праздник всех дорогих наших женщин. Чтобы сегодня вы все улыбались, ваши дети для вас постарались. Милая, да?
будем помогаем, и штрафы время зря. Хорошими делами поссориться нельзя. Я всем каждому советую все делать то, что так. Как делает старуха, получишь еще рубля. Как делает старуха, получишь еще рубля. Наконец-то я пришла, путь дороженьку нашла. Слышу, музыка веселая играет. Надеюсь, я не опоздала? А что это у вас такие все красивые женщины здесь? У вас что здесь? Праздник красоты, что ли? Можно и так сказать, сегодня женский праздник. Как женский? Праздник сегодня, да? Да, сегодня. А я вообще-то тоже бабуля хоть куда. Просто идеал. Мне сегодня с утра Гена ручку целовал. Боже, как это романтично. Ну я вот только думаю, под какую же категорию я подхожу. Я кто? Мама, бабушка или девочка? Бабушка. Бабушка, не расстраивайся. У тебя и зовут старуха Шапогат. Ты вполне энергичная женщина. А шаришь иногда даже как маленькая девочка. Ой, спасибо тебе, милочка, добрая ты женщина. Так что мы тебя тоже поздравляем с этим праздником. Желаем тебе быть всегда красивой и доброй. Это что? Полагается, значит, и мне подарки на праздник 8 марта? Конечно, и тебе подарки на 8 марта. Наши детки тоже приготовили для своих мам много-много подарков. Подождите, милочка, вот с этого места немножко поподробней. Подарки. Прям все они у вас, я смотрю, знаю. Я вот сейчас сама все узнаю. Что нужно мамам дарить? Вот сейчас я у вас и спрошу. Цветы. Цветы. Подождите. Цветы. Я буду вам задавать вопросы. Если это маме нужно, значит, вы громко будете кричать «Да!». А если маме это не нужно, значит, вы громко будете кричать «Нет!». Понятно? Да. Сейчас бабушка уже старая. О! Маме нужен полицейский пистолет? Нет! Почему это нет? Ну хорошо. А коробочка конфет? Да. Хорошо. Туалетная вода? Нет. А я люблю туалетную воду. От нее такой аромат идет. Это же духи. Туалетная вода нужна? Да. Нужны маме? Нет. Не нужны, конечно. Бабушка, бабушка, я живу на ушках, прямая самая лучшая подружка. Бабушка.
все ребята молодцы! Закончилось у нас выступление, представление. Знаете, может домой просто забрать и забрать. А? Забрать? Пойдем, пойдем, поднимайся. Thank you.
Ну что, выпросился Тимоня домой, да, Тимош? В общем, идем с ним домой. Ну, я спросила у воспитателя, будут ли какие еще сегодня там занятия, ну, с ними, чтобы не пропускать. Сказали, нет. Ну, нет, так нет. Идем домой. Ой, кошечка какая красивая, вон побежала. У меня руки заняты, чтобы это приблизить, показать. Красивая кися. Надеюсь, тут открыты ворота, а то сейчас, как Милена, помню, один раз там вот дырочку пролезла, закрыто было. Ключ не оттуда принесли, не от этих ворот. И она маленькая, худенькая, пролезла сюда. Что тут открыто? Ага, замкнуто.